Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашей подписчицы из Одессы Лилии Игнатьевой. Олег Алексеевич, здравствуйте! Спасибо вам огромное за прекрасную рубрику. У меня такой вопрос, а именно – есть ли у львиц отдельная иерархия, как, например, у самцов есть вожак прайда, а остальные ему присягают? Есть ли, если так можно назвать, львица-вожак, которой подчиняются? Спасибо вам огромное за ваш ответ. С уважением и огромной благодарностью, ваша сторонница Лилия, Одесса. Ответ. Здравствуйте, дорогая Лилия. Да, у львиц тоже есть иерархия. И всегда выделяются доминирующие львицы. Как правило, они более жестокие по характеру. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.